привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вчера показывала вам, как высаживаю полюс, таймыр. Сегодня хочу показать вам, как эти томаты пережили вчерашний шторм. Вчера нам прислали штормовое предупреждение, ветер, там ливень, град. Града, правда, не было, все остальное было. И у меня в огороде, я высаживала тонкие тоже, несколько тоненьких помидор сломалось, потому что я посадила, не успела подвязать. Но вот эти вот томаты, которые я вам показывала и говорила, что заглубляю специально, чтобы их ветер не мотылял, вы видите, они высажены вчера в жару, было 25-27 градусов. Ни одно растение не подвяло, и ни одно растение в результате этого шторма ветра не сломалось, даже не погнулось, оно вообще не колыхалось. Вот поэтому я люблю эти сорта, что никакого ущерба, налом, никаких списаний. Вот как посадил, так оно и растет. А маленьких и редких сортов, которые я для разведения взяла, из 5 штук 3 сломалось, вот 2 теперь буду беречь. Вот это вот эти сорта, которые именно предназначены для того, чтобы расти в самых неблагоприятных условиях. Холод, ветер, дождь, может быть, даже град был бы, если бы их не побил. Поэтому я всегда-всегда имею в огороде вот эти сорта, толстоногие такие, крепкие, которые не поддаются ни штормам, ни холодам. До свидания!